Узбекистан. Это страна, обладающая уникальными характеристиками, которые делают ее важной частью тюркского мира. Благодаря молодой и динамичной численности населения, богатым природным ресурсам и глубокой культуре, Узбекистан занимает особое место среди тюркских народов. Здесь родились великие ученые ислама, а сам Узбекистан на протяжении веков был важным звеном международной торговли. В 2019 году, когда Узбекистан присоединился к Тюркскому совету, мир тюркских народов не только расширился, но и стал более тесно связанным. С активным участием Узбекистана совет был преобразован в Организацию тюркских государств, что подчеркивает его стратегическую важность для всего региона. Но чем же Узбекистан так важен для тюркского мира? Какие особенности делают его ключевым игроком? Прежде чем ответить на эти вопросы, давайте познакомимся с Узбекистаном поближе. Он обладает одной из самых развитых экономик в Центральной Азии и играет важную роль благодаря своему геостратегическому положению. В этом году страна отмечает 33-ю годовщину независимости. В последние годы Узбекистан проводит более открытую внешнюю и внутреннюю политику, что способствует его экономическому и культурному развитию. Как жемчужина Востока, Узбекистан занимает особое место на древних шелковых путях, соединяя Восток и Запад. Страна сохраняет огромное духовное и культурное наследие, оставаясь признанным центром науки и искусства. Она граничит с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Афганистаном, но не имеет выхода к морю. Несмотря на это, Узбекистан остается одним из мировых лидеров по производству хлопка и обладает большими запасами газа и золота. Его географическое положение, будучи единственным государством, имеющим границы со всеми странами Центральной Азии, делает Узбекистан важным игроком в регионе. Он не только влияет на внутренние и внешние процессы соседних стран, но и сам находится под их воздействием. Узбекистан – страна с богатейшей историей и огромным потенциалом, который по праву заслуживает особого внимания. Он является родиной тюркских народов и занимает ведущие позиции на мировой арене по добыче и экспорту стратегически важных ресурсов. Узбекистан занимает 8-е место в мире по экспорту хлопка, который в народе называют «белым золотом», а также находится на 19-м месте по резервам природного газа. Кроме того, страна занимает 5-е место по запасам урана и 13-е место по запасам золота, что подтверждает ее ключевое значение для мировой экономики. Однако Узбекистан известен не только своими природными ресурсами. Города Самарканд, Бухара и Хива являются сокровищницами исламского и тюркского миров. Самарканд признан центром знаний Востока, а Бухара и Хива славятся как духовные и культурные столицы ислама. Эти святые места были домом для великих мыслителей и ученых исламского мира, таких как Аль-Бухари, Аль-Матруди, Нахшибанди, чьи учения оказали огромное влияние на исламскую цивилизацию всего мира. Кроме того, Узбекистан является колыбелью таких выдающихся ученых, как Аль-Бируни, Ибн Сина, Улугбек, Аль-Хоризми, Али Кушчи, чьи открытия и труды стали основой для многих научных достижений. Узбекистан также славится своим культурным наследием, оставленным тимуридами, бабуридами, шейбанидами и хорезмшахами. Это наследие не только памятники истории и культуры, но и символ многообразия народов и культур, которые вбирают в себя культурные коды тюркских народов. С точки зрения численности населения, Узбекистан занимает 2-е место среди всех тюркских стран, что делает его важным центром человеческих ресурсов. Несмотря на век технологий, спрос на трудовые ресурсы остается актуальным, и Узбекистан в этом отношении представляет огромный потенциал. Коммерческая активность узбеков как внутри страны, так и за ее пределами способствует укреплению мобильности акторов всего тюркского мира и их влияния на международной арене. Расположенный в самом сердце Центральной Азии, обладающий огромными природными ресурсами и культурным богатством, Узбекистан по праву занимает стратегически важное место в регионе,
и на мировой карте. Узбекистан – это страна, обладающая богатым наследием в области литературы, культуры, религии и туризма, которые она щедро предлагает тюркскому миру. Здесь воспитаны многие выдающиеся ученые, внесшие огромный вклад в культурную историю и исламский мир. В политическом плане независимая внешняя политика Узбекистана выделяется среди других тюркских государств Центральной Азии, играя важную роль в принятии решений в рамках Организации тюркских государств. Именно поэтому вклад Узбекистана в расширение и углубление этой организации будет неоценим. С другой стороны, если рассмотреть, как тюркский мир может способствовать развитию Узбекистана, становится ясно, что организация сыграет ключевую роль в интеграции страны во внешнюю политику. Географическое положение Узбекистана и его связь с тюркскими странами создают уникальные возможности для развития экономики, торговли и культурных связей. Особое внимание следует уделить тому потенциалу, который тюркский мир имеет для повышения уровня образования, культуры и туризма в Узбекистане. Важное значение для Узбекистана имеют также внутренние и внешние политические события в других тюркских государствах. Они могут стать источником ценного опыта и информации для страны. Институционализация и надзор, которые могут быть переданы узбекским руководителям, будут играть важную роль в улучшении управления внутри страны. В заключение, значение Узбекистана для тюркского мира трудно переоценить. Эта страна является мостом между прошлым и будущим, соединяя древние культурные традиции с современными экономическими и политическими реалиями. С его богатым историко-культурным наследием, стратегическим географическим положением и ключевой ролью в политике и экономике Центральной Азии, Узбекистан продолжает укреплять свои позиции как важнейший актор тюркского мира. Его вклад в развитие организации тюркских государств и интеграционные процессы на всем тюркском пространстве станет важным фактором для укрепления сотрудничества между тюркскими народами. В то же время тюркский мир может помочь Узбекистану в реализации его потенциала, способствуя развитию образования, культуры, туризма и экономики. Поэтому роль Узбекистана будет только возрастать, принося пользу не только ему самому, но и всему тюркскому миру. Однако важно учитывать, что любые ошибки в отношениях между тюркскими государствами могут иметь долгосрочные негативные последствия. Эти последствия могут отразиться не только на Узбекистане, но и на таких странах, как Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан и Турция. Поэтому каждый шаг и каждая инициатива должна быть тщательно рассмотрена с перспективой каждой страны.